Ребята, привет! Смотрите, сколько у меня шоколадок. Это мне все покупатели подарили. И вот такой еще. Ну, я распечатала чай Липтон. Малина и шалфей какой-то новый, чаек. Но уже пили. Прикольно, вкусные. Шоколадки, значит, ну такие нормальные. Кит-кат вот такая большая. Белый шоколад, как спафли тоже. Открыли, попробовали. Честно, я до этого не покупала, не пробовала. Вот такая. Аленка, манго и взрывная карамель. Так, шоколад дуэт в карамельном. Вот эти тоже они вкусные. Так, с фундуком. И вот такой вкусный. Я, честно, еще не пробовала. Здесь с фруктами. Клубника, малина, черника, черная смородина, взрывная карамель и шипучие шарики. Такая большая. Вот, поздравили с Новым годом. Это вот за сегодня, за один день. Представляете? Вот так. Нормально, да? Всем доброе утро. Выходной. Один выходной. Короче, что у нас произошло? Пашка бросил курить. Уже третий день не курит. Начиная, получается, с понедельника. Короче, третий день не курит. Такой мается по квартире. Сами знаете, он туда-сюда ходит. Сейчас еще больше в два раза ходит. Не знает, чем себя занять. Что зажевать. Ну, сами знаете, так бросает курить. Вот. Ну, ладно, думаю, что переживем этот кризис. Где-то он 2-3 месяца, кто бросает курить, как я, насколько знаю. Захотел салата. Сейчас пойдем, короче, в универсам. Потом в ленту фруктов купим. Вот. Ну, еще у нас такой подготовки к Новому году нету. Ой, смотрите, какая красота. Смотрите, снежок прям беленький. Идет снег. Пашку уже припорошила. Вообще хорошо. Классно, да? Конечно, классно. Здорово. Хотя сколько ты говоришь, минус 13 градусов, 12, но оно 12, не ощущается. Да, как будто минус 6, вот так вот, минус 7. Нормально. Смотрим, 10. Классно. Беленький снежок. Снежок идет, конечно. Но снег он навалило дофига. Что ты снежок? Навалило дофига. Да. Смотрите, как снега накрыли. Видите, голубая ель. Вот так там сгибали. Снег идет, идет. Посмотрим, какая обстановка в магазинах. Еще потом в ленту сходим. Все, народ уже скупляется. Вот выбираем. Пашка говорит, какой ты предлагаешь, мартини шампанское взять? Ну, это не шампанское, написано вино игристое. Белое сухое, видишь, белое сухое. Вот написано, вино игристое, блядь. Белое сладкое мандора. Ты про это говоришь, а вот это-то нахуй здесь написано, вино игристое, ты про это говоришь. Угу. Так написано. Сейчас посмотрим. Ну, видел, вот это-то уже, которое мандора? Ты брал, конечно. Мандора-то шикарная, конечно. Мы же пили вот такое, я знаю, блядь. Только оно разное, конечно. Хотела маленькую мартини 0,5, а оно его нету. Ну, смотри, если за то, что, блядь, мандора, оно в коробке, что, блядь, стоит 900 рублей, да? Да на 100 рублей. Сколько коробки, блядь? Ну. Ой. Пришли, короче, с Магнита. Сейчас я вам по-быстрому покажу. И то, что прям с такой хорошей скидкой взяли. Может, кому-то, знаете, полезно будет. Так, я взяла спаржу. Спаржа 500 грамм, 219 рублей. Но это я по ходу действия, то, что из продуктов. Да,
Пашка, ну, имбирь захотел. И корейскую морковку. Ну, чтобы сейчас, я допустим, покушать. Я еще хотел покушать. Капусты, блядь, корейская. Там, нету, блядь, прикинь. Если там посмотришь, нету. Есть котейка. У меня маленько, грамм 250. Антийогурт взяли. Я много не буду, 39 блядь. Рублей. По корейке. Так, взяли, значит, что? Вот прям со скидкой классной. А, печень свиная. 109 рублей за килограмм. Представляете? 109 рублей. Свиная печень. Свежая. Слушай, сейчас маленько ее это... В морозилку подзаморозить чуть-чуть. Так, Аньки Самсу. Взяла, так, президент сыр Блюз, так, с белой плесенью. Так, 1000 рублей за килограмм, на 128 рублей кусочек. Вот такой. Под какой-то винишко, шампусик. Так, яблоки, в принципе, хорошие, 79 рублей. На, этот ты сразу убирай. Себе чекманчик. У меня еще была скидка, купончик 25%. Он мне обошелся 67 рублей. Представляете? Так, майонез, естественно, к салатам, к новогодним. Сегодня сделаем 79 рублей. Вот такая бадья, 800 грамм. Там вот сверху протрит, снег шел. Вообще все запорошило. Потом залить еще какая выгодная. Бекон. Так, все свежий, годен до 30 января. Сделан 1 февраля. Это 1 января, одни фантики останутся. Ну, нет, я просто говорю, что по срок годности. Фантики. На нем очень хорошая была скидка, где-то 59% была скидка. 400 грамм бекон, вот такой вот именно двойной, 219 рублей. Так, изготовлен 1 декабря и до 30 января. Так, сразу убираю в холодильник. А вот это, Паш, маленько подзаморозить. И мы взяли всю, печень там оставалась в лотке. Кило 600 на 181 рубль. Вот эту маленько подзаморозить. Потом давай чью... на разницу бросим. Да, ее потом неудобно будет резать. Так, а пармезан? Пармезан мы взяли вот такой еще твердый. Так, Дольче Гранта. Так, здесь 200 грамм, сейчас скажу, почему. Так-то он шел 279 рублей, а с нашей скидкой, 166 рублей. Да, в холодильник, 166 рублей, 200 грамм пармезан. Это тоже очень хорошо. Фунчозу я взяла. 99 рублей она стоила, но это тоже, скорее всего, акция, потому что, если сравнивать в ленте, она дороже. Почему я ее тогда и не взяла? Сейчас скажу, почем она. Да, 99 рублей. И обошлась 53 рубля. За 53 рубля получается 200 грамм. Ну и что, за это я же положила. Еще смотрите, какую я красоту взяла. 119 рублей. Здесь помидорчики маленькие, черри. Патиссоны, да? Огурчики, патиссончики, все, как я люблю. Как будто ты любишь. Ассорти, так, маринованные. Точно, так, получается, ну, банка такая не маленькая. 850. Так, ну, написано, масса овощей 450 грамм, а с водой 900 грамм, ну, объем. Ну да, литр. Не, ну, обалденно. Что ты их хочешь сегодня открывать, что ли? Это ты открываешь, я не открываю. Так, взяли горошек и кукурузу вот такую взяла. Сейчас скажу, что-то они по 54, и еще убирай. С нашей скидкой, да, убирай. 29 рублей обошлось, вообще тоже нормально за банку. Взяла оливки, ой, маслины без косточек, 69 рублей. Вот еще выгодно, очень взяли так, ассорти, вот это грибное, такой объем, да, банки. 149 рублей. Сейчас 149, сейчас скажу. Огуречки, маслинчики. Да. Ну, что там осталось, ряженка, да, морковка. Пашка на ряженку подсел. Да, почему подсел-то? Я завтра с утра попью ряженку. А что ты сегодня хочешь? Сейчас я святой водички накачу. Ой, ты достал. Под это, понимаешь? Под морковочку. Еще взял. Ну, под морковочку корейскую. Сейчас морковку нам надо, сегодня будем салат делать. Какой? Там надо будет это, типа, корейскую. Нет, печень, лук. А мы грибы свежие так и не взяли. Грибы или замороженные. Почему ты не взяла? Я тебе говорю, бери там грибы, блин.
Ладно, сейчас там посмотрим. Грибы, морковка, лук. И все, это все обжарить надо по отдельности с майонезом. Можно как слоеный делать. Сейчас еще в ленте, в ленту сходим. До сих пор идет, вот уже 3 часа дня, 3 часа дня пришли с магнита. Но там тоже так народ шарится. Вот. Вот мы идем сейчас к ленте. И до сих пор вот снег идет. Идет. Смотри, как елочка, да, красиво. Вот подъезд сделан тоже. Вообще. Обрамление. Ой. Пашка говорит, нафиг это не нужна, говорит, светящаяся шапка. Вот так, короче, будешь идти. Да-да, больницу заберут нахуй. А если она, блядь, взорвется на голове, вот я, прикинь. Фигушки. 300 рублей. Фигушки. Нет, она вот 600 рублей шапка. 600, а да, это, кстати, вот, а, это варежки. Вот пошли. Пашка меня уже от новогоднего отгоняет. Ну, мы уже купили. Уже, говорит, все купили. А елку-то не купили? Елку потом. Ну, какую я елку хочу? Она 14 тысяч стоит. Слушай, вообще хлеб в ленте, прикиньте, подорожал. Обыкновенный Беляевский, Бородинский, 30-40 рублей. Нет, Бородин хлеб, Дарницкий бери. Дарницкий почем? Давай. 35 рублей. Давай, блин, давай, ну вот же было, по-моему, по 29, по 28 рублей. Ну да. Снимайте, забыл. Это мы уже с ленты пришли. Еще и ленте набрали всякие людей. Вот в ленте как раз мы меньше, что набрали. Ну, конечно, меньше. Так, что у меня получается? 1082 рубля, а в магните я вам показывала. Где-то 200 у нас обошелся чем. Не, ну потому что ты видишь это. Там-то мы это, здесь духовки за там. Все тихо, да. С морковкой нас обманули, получается, там 29 рублей за килограмм, вот это мы в упаковке, а получается 64 рубля за килограмм. Вот такой вот взяли хлеб сицилийский с итальянскими травами. О, хлеб сицилийский. Виноградик 129 рублей, черный. Взяли шампиньоны вот под этот, как его, салат. Вот такие вот резаны, 79 рублей, 300 грамм. И такие что-то брала на 43 рубля. Мне немножко надо было. Получается так, за килограмм 239 рублей. Это мне все для салата. Пашка захотел такую капусту, вот такую крупную, острую. Еще хреновину взял. Еще хреновину взял. Да. Сейчас хреновинку добавлю. Это... А, вот взяли, смотрите, сыр фирма Lime с пожитником. Вот такой двойной. Получается, за все вот эти 400 грамм отдали 168 рублей. Я три формы недорогие взяла по 79 рублей на 28 рублей. Короче, 79 рублей за килограмм. Караченская. Так, что еще? Вот эти там скидки обошлись. Так, ну тут смотки. Йогурт натуральный с клубникой за 2 штуки 19 рублей. И вот такой. Мам, ну ты еще мне хаски купила? Хаски. Ну ты же немножко. Что немножко? И вот за такие, немножко, за такой йогурт. Ты про что немножко? 31 рубль отдай. Ты про что немножко? На бекончика. А тот второй ты убрал? Что, я отрезал маленькую, убрал. Ну ты что, сейчас давай убирать это. Так, не нагадь, ты смотрел, сейчас убирай что-нибудь. Смотрел. Сейчас немножко посидим. Да. Так, ты все убрал? Все, Лен, давай, йогурт. Сыр, давай вот этот порежем, а пармезан уберем. Ой, блин. Уже быстрее ему не терпится. Я маленько наложу, я перед хотел на себе. Смотрите. Вот называется. Да, у меня домашняя там обстановка.
Короче, смотрите, вот такой шар прикупили. Классно, да? Сидим. Мы вообще сидим как будто... Сидим хорошо. Хорошо, потихоньку. Да. Сами себе, короче, выходной устроили. Так, напомню, налить же газировки твои. Газировки, да, давай. А твои газировки надо налить, мам. Да, мамуль? Да. Там еще музон включили в зале, как бы авторские права не прилетели. Ты этот-то закрой. Какие права авторские? Шторы, шторы, блядь. Зачем? Как зачем? Зачем мне шторы закрывать? А кто салат-то будет делать, блядь? Блин, все глухие шторы. Слушай, а у меня сейчас шампанское закончится. Вот он, и что ты помогаешь? В магазин пойдем с тобой. В смысле, мне завтра на работу, блядь? Ну и что? Че, офигел? Че ты? Немножко темноты, иди скачай. Да, да. А может, фонарики еще все включим? Ну, сейчас фонарики будем включать. Че, заскочи-ка с тобой, что ли, че? Да. Блин, понятно, блядь. Ну просто с комнатой сидим. Еще причем Нового года нету, блин. И что, мы подумали, что мы просто сидим, кушаем.